Более 30 миллионов рублей Магнитогорский металлургический комбинат инвестировал в этом году в модернизацию клинико-диагностической лаборатории и медико-санитарной части. Это вклад в развитие медицины всего нашего города. Закуплено современное, очень необходимое в период ковидной пандемии диагностическое оборудование. Оно позволило в несколько раз увеличить объем анализов на коронавирусную инфекцию, рассказывает Юлия Никифорова. Благодаря инвестициям Магнитогорского металлургического комбината, оборудование клинико-диагностической лаборатории Центральной клинической медико-санитарной части в этом году обновили практически на 90%. Закуплены современные автоматические диагностические аппараты, некоторые из которых уникальны для всей Челябинской области. Приобретено 3 автоматических иммуноферментных анализатора «Лазурит». Автоматическая станция пробоподготовки, которая полностью исключает вмешательство человека в работу с биоматериалами. Особенно врачи и лаборанты были рады запустить в работу ПЦР-лаборатории автоматическую станцию выделения рибонуклеиновых кислот. Этот автомат позволил увеличить количество ПЦР-исследований на COVID-19 более чем в 5 раз. Это единственная станция выделения кислот в Челябинской области. Двумя амплификаторами, то есть наша производительная мощность в день, в сутки, до 1000 проб. В среднем сейчас мы делаем от 500 до 700 проб в день. То есть больше, чем все остальные лаборатории города Магнитогорска вместе взятые. Самые первые ПЦР-анализы на ковид, рассказывает Степан Тюрин, здесь начали выполнять в мае. Пробоподготовкой раньше занимались вручную. Получалось около 100 исследований в сутки. Степан Георгиевич вспоминает, что даже похудел на 12 килограммов из-за ежедневной многочасовой работы в защитном костюме. ПЦР-диагностика требует полной защиты лаборанта. С получением автоматической станции в ноябре объемы ПЦР-исследований на ковид с 2-3 тысяч возросли до 15 880. Процесс ПЦР-исследования автоматизировали, а самое главное, увеличились качественные показатели диагностики ковида. Вследствие этого мы одни из единственных лабораторий в городе, которые получили статус референсной лаборатории по данному виду исследования. Не просто по приказу Министерства здравоохранения, но также на основании заключения Роспотребнадзора. Референсная лаборатория – это лаборатория, результаты которой не требуют переподтверждения в лабораториях более высокого уровня. ПЦР-лаборатория медсанчасти сейчас выполняет анализы на ковид для всех пациентов-работников ПАО ММК, приписанного к медицинской организации населения, это 65 тысяч человек, а также жителей Юго-Челябинской области. Практически каждый день только во второй поликлинике медсанчасти выполняется по 200-300 обследований на коронавирусную инфекцию. Прежде всего, это люди, контактные с ковидной инфекцией, с больными ковидной инфекцией. Это пациенты, имеющие признаки заболевания, подозрительные на COVID-19. Это пациенты с пневмонией, пациенты обязательно беременные женщины при появлении признаков респираторной инфекции. Назначается обследование на ковид. По желанию обследование на ковид пациентам не назначается. Обследование назначается, это берется мазок из полости носа и зева. Мазок делается очень быстро, особенно сейчас, когда мы с 27 ноября стали, ой, с 17 ноября стали референс-лабораторией. Обследование выдается на следующий день. Проблем никаких с назначением анализов и с получением их результатов на сегодняшний день в поликлинике нет. Модернизация клинико-диагностической лаборатории продолжится. Помимо оборудования, ПАО ММК внедряет сюда, в эту больницу, медицинскую информационную систему, которая будет полностью интегрирована с оборудованием. Чтобы, внося информацию о пациенту, все приборы видели этого пациента, и информация о лабораторном исследовании сразу же попадала на монитор врача, который заказал этот анализ. Единый цифровой контур в работу клинико-диагностической лаборатории медсанчасти планируется внедрить в первом квартале 2021 года. Юлия Никифорова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВН.